Привет всем зрителям и подписчикам моего канала. Продолжаем играть в мега угарную игрушку. Ну как мега угарную? Мега четкую игрушку под названием Bioshock Infinite. Так. А, вот так, да? Все, окей. Bioshock Infinite и, короче, серии будет выходить по 20 минут. Будут идти подряд. То есть я буду стараться выпускать сразу, а не как делал раньше. Ну как, кого это ебет, ребята? Реально, извиняюсь за мат, но это никого не тревожит, поэтому просто я себе играю в удовольствие и снимаю все на видео. Видео, да. Так, куда мне нам идти? Туда, окей. Так, играю я на джойстике, поэтому, ребята, немного косоват. И совершенно не привык. Черт, а. Давай. Кто сзади-то стреляет, эй? Я этого не ожидал. Козел. А, черт. Так, готовы. Так, черт. Картетница, мне не нужна картетница. Спасибо. Че, получил? Спасибо. Ого, сколько соли она мне дала. Да, мне бы жизнь, конечно, не помешала. Осмотреть сейф. Черт, какой сейф осмотрел? Я даже сам не понял, что я сейчас только что сделал. Так, нам надо идти туда. Дробовик, да, или карабин? Пофиг, возьмем дробаш. Выглядит намного мощнее. Так, салютики, ребята. Но мне пока вы вообще не нужны, поэтому идем дальше. What the fuck? Кто фигню сдвинуть? Окей. Сдвигаем эту фигню. Твой палец? Что с твоим пальцем не так? Подождите. Прикольно. Я даже не заметил. Так, укрытие. Хорош, давай лучше автоматическую штуку поставим и убежим в это укрытие. Ой, черт, а. Чё за козел не погибает, эй. Окей. Спасибо за патроны. Блин, они уничтожили это мое сооружение. О, черт! Он живой остался. Мазафакер. Давай. Давай, ну спрыгивай. Удар с троса. На нах. На нах. Говнюки, получайте. Хорош. Ах ты! Сволочи. Сгорел, сволочь. Гори, гори, ясно. Чтобы не погасло! Йоу-йоу, бичес. Come on, bitches. Let's do this, bitches. Обыскать шкафчики. Шкафчики-мафчики. Какая-то херня не открывается. Так, я не хочу брать этот пистолет, вы не подумайте, что я его не заметил. Я его заметил, но не хочу тупо пистолет брать. Так, что, погнали отсюда? Куда нам идти? Goodbye, my only friend. Элизабет сочувствует людям в трущобах, как бы ее за это не убили. Чё? Да ладно, за это убивать будут, то, что она сочувствует. Каждый имеет право
свое мнение. Реально, каждый имеет право на свое мнение. Прям мое мнение. То, что Барса лучше Реала, это мое мнение. Так что меня за это может и убьет, но это мое мнение, нах. Мне похуй. Реально похуй, что подумают обо мне другие. Потому что я знаю то, что Барса, думаю, что Барса лучше Реала. Но Криштиан лучше Месси. Так что в этом я не буду спорить. А, ладно. Сейчас не о Фифе, сейчас о Биошоке. Биошок Инфинит, и мы в трущобах. Блин, насколько проработана игра, ребята. Клево, клево. Дочь болеет. Помоги, доктор. Требуется доктор. Не помоги, а требуется. Нам требуется еда. Что за фигня? О, у них еды-то нету. Мы даем пушки за место еды, что ли? Че они все разорались там? Всего лишь зашел к ним на чай. What the fuck? Какого хера он начал меня стрелять? Так, я ворую... О, до чего я докатился, а? Ворую местных жителей. Ну, ладно, как-то насрать. Пофиг. Так куда мы двигаемся? Черт, эта штука, я пользовался, придурки. За что? За что меня сбиваете? Придурки. Козлы, а? Блин, я всего лишь взял монеты. Долбаные козлы, а? Мешки с едой. Прикольно. Так, окей, бежим. Сюда вроде. Да, найти полицейский склад. Полицейский склад, мадафака. Это, я вам скажу, непросто. Вот, по-моему, да, полицейский склад? Полицейский склад. Hello, motherfuckers. О, евреечка. Посмотрите, это евреечка. Так, сапоги. Целительное убийство. Шанс 60% получить очко здоровья. Пофиг, оденем. Что у нас до этого было, я не помню. Поэтому как-то пофиг. Так, вроде нам сюда, да? Да. Так, ребята, вы добрые, нет? Нет, вы не добрые. Я так и думал. Так, окей. Быстро я их убил. Like a boss. Вау. Fuck the shit. Fuck the shit. Черт, черт, черт. Да я так, мадафака, погибну. Блин, они вообще думают обо мне. Вау! Черт. Я вообще ничего не понимаю, где... Кто меня стреляет в данный момент. Но я уже потерял достаточно много... жизней, поэтому... хочу здесь передохнуть. Окей. О, черт. Черт, 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 черт. Это говно меня стреляет. Я так понял, это говно нельзя уничтожить, поэтому... Сейчас попробуем ее приучить.
себе. Так, по-моему, ее нельзя к себе приучить, поэтому просто убьем. Проходим. Так, нам надо двигаться. А, мазафака. Хорошо, что я броню прокачал. Надо броню прокачивать, ребята. То есть не броню, а щиты эти долбанные. А, когда так нужен карабин, его нету. Поэтому сейчас придется... Ох ты! Говнюк. Как неожиданно он спускался ко мне. Вау, же щет. Ежишь. Черт. А! Куда нам идти? Уничтожьте защитные турели. Серьезно? О, фака. Я не знаю, ребят, как уничтожить эти защитные турели, когда они меня со всех сторон палят. Чёрта. Одиннадцать долбанных патронов, а? И как, мазафак, я их должен уничтожить, если у меня всего лишь 11 патронов? Они все это... О! Окей. Давай еще, детка. Есть еще патроны? Блин, а? Отлично, все. Все, открывай замок, ёбаный в рот. А, черт. Блин. О, черт! О, черт, а. Да ты... Чё-то не... Отлично. Отлично. Надо было давно взять этот тупой пистолет. Дигл, мазафака. Двоих одним ударом. Получай, придурок. Какой-то видеоблогер сказал, что в этой игре ни хера нет... Ну, не до хера врагов. Я вам скажу, их чересчур много, блин. Я сделать ничего не могу. Старый замок. Ну ты разбираешься, детка, я нет. Погнали отсюда. Фу, было непросто. Я бы сказал, тяжело. Ну так. Для меня это тяжеленько. Не знаю, как для вас. Колумбия, автозурити, зурити, зюрити. Что бы это значило? Афьюрити. Вау. Букер. I'm Booker, motherfucker. Так. Отлично, укрытие в самый раз. Kill me, давай. Кто орёт? Чёрт. Козёл.
Я прикрываю тебя, чувак. Хе-хе-хе. What the fuck? Кто там с пукалки стреляет? А, что-то развернулся-то, придурок. Отлично. Да задолбали эти. Черт, 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 черт. Достал, придурок. Это жесть. Причем полная жесть. У меня не осталось жизни. Это очень, очень, очень печально. Очень, очень печально. Ну ладно. Печаль пройдет, поэтому надо поменять пушку. Я думаю, да. Правильно сделали, что поменяли пушку и уходим отсюда, мазафака. Так, давай, открывай. Ват, что это? Не вопрос. Ну давай, не вопрос. Красавчик. Так, давай-ка здоровье. Ящик какой-то. Ну окей. Тут особо нечего ловить. Все как есть, все тупо. Вау, отмычка. Женщина какая-то. Мертвая. Как мы это должны все? Ну вот я и говорю, как мы это все донесем, неизвестно. Открытие разрыв, сейчас, секунду. Вау, мой любимый карабин. А теперь я с большей уверенностью пойду в этот разрыв. Погнали. А, не, я передумал, слушай. Черт. Да, что-то изменилось. What the fuck, что я взял? Ха, прикольно. Пойдем. Так, эту штуку я не выкину больше. Будем просто патрон для нее покупать. Она клевая. Ну, это видно сразу. Что она клевенькая. Ой, черт, что там происходит? Я облегчил ему страдания, потому что он думал, что он мертв. What the fuck? Чувак, это мины. Бычий двор. Элизабет сочувствует людям в трущобах. Черт. Это за нас, чуваки, да? Тут война прям идет. Куда нам двигаться? Погнали отсюда. О, черт. Эй, куда я еду? Конечно, прикольно, но... What the fuck? Хорош.
Вернитесь в оружейную. Блин, где это оружейная, вопрос. Блин, как стреляет как М16. Не очень мощная, но прикольная. Прикольно эти альтернативные реальности. Очень даже прикольно. Так. Она поет. Четко. Ой, извини. Да, Букеру тоже плохо, как и всем этим людям. Но, ребята, хватит, начать не играть. Как на сегодня? Ну, пока что. С вами прощаюсь, подписывайтесь на мой канал. Пока.